Угу. Я вижу. Все наоборот. А ваш ты, Александр? Кто вы? Ваши змеи где? А наши там сбоку стоят. Где? Здесь нет змеек. И так не было у нас территории в нашем городе. Так. Ну это как титульный змей. Горсофор. Земля эмблема. Провизация. Маленький дуротак. Мостом для него специальные кисточки. Звездочка от Артема. Коробка большая. Коробка большая, действительно. Да, и эти подпилотажные сделаны. Это было первое. Это пилотажные. Вот те два. А это отработанная схема, которая всегда летала. Как вот здесь у вас крепление здесь? И летает. В воскресенье. Раздавить эту палочку. Нет, я остановлюсь, становлюсь на ход, пока не стараюсь. Интересно посмотреть крепление вот здесь, а вот именно такое. Я такого не видел. У нас другая система. Посмотрим. Очень любопытно посмотреть. Я против процесса. Так, хорошо. Вот это вот бумага, да? Вот бумага. Это бумага, да. А транспортировка как вот это транспортировка? Он складывается. Складывается, бумага, да, складывается. Снимается бумага просто в рулон, ага. Рейки, пучок. Как вы видели этот змей? Смотрим, написано «Скардос». Ох, он думает, наш змей. Не узнаю, не было у нас такого змея. Оказывается, едут люди на фестиваль, пишут они «Скардос». Значит, знают, куда ехать. Это популяризация нашего фестиваля. Спасибо, спасибо, молодцы. Хорошо учить. Так, это кто? Киромай. Так, ребята, можете что-то рассказать, рассказывайте. Руководители тоже могут комментировать. Дима, вперед. То состав новый тоже на этом изменили конструкцию, сделали его разбор. Ну, я хочу. А этот вот тоже разбор? Это тоже разбор. Так, птица. Одна. Вот давайте начнем по птице. Птицу тоже мы усовершенствовали. Даня, поднимайся. Так, я прошу. Першотравин. Руки в боки, ушли в сторону. Ушли вот сюда. Вот сюда ушли. Изменили трошки конструкцию, чем. А как вы изменили таким образом? Мы добавили трубки, там трубы подружные. Трубки и добавили вот это крайнее. Даня, подожди, переверни, перестань. И ну, добавили. И вот, так, и на хвосте. Какие трубки? Какие трубки? А, вот эти вот, конечно. А чтобы можно было его когда раз? Нормально? Да, вот остается вот эти.
Для чего мы проводим стендовые оценки? Не только для того, чтобы поставить оценку ПАУ, но для того, чтобы пообщаться друг с другом, посмотреть конструкцию. Обмен опытом, совершенно верно. Вот мне, например, очень интересно, как сделано. Почему мой год рождения на вашем месте? А он так как раз основался. Основание города. Основание города. По вашей змее. Теперь вы расскажете. За основной змей. Сделал нож. Из чего? Один, один. Усовершенствовал, вставил крестовины. Был разборной. Тоже это получается у нас разборной. Тоже там две крестовины стоит. Ну а там в трубочках все не по схеме, получается все нужно. А мы сделали трошки усовершенствовали. И тоже собирается. Да, да, радуется, да, все складывается. Это прицепной получается. Конструкция откуда? А, вот. Конструкция. Самого маленького. Сам делал это бабочка. Конструкция. Конструкция это вообще, считай, магазин. Там доделки, а на... тоже можно доделки наши, это... а вообще нет, это магазин. Нас, ребят, у нас фестиваль не обязательно, чтобы нет, делать. А такое вот это вот, самый маленький, делал это его личная бабочка. Две проволочки, а, две доски. Так, бросайте цель. Он не хочет? Это что за аппарат? Это змей, да. Нака называется. Нако? Да, Нака. Пароплав, в общем-то. Только немножко другой конструкции. Он не надувной? Он не совсем надувной, но можно даже сейчас показать, в принципе. Можно. А если можно? А если сейчас? Сейчас? Просто. Давайте. Коробчатый змей. Вчера я видел, Жорик пускал два. Два коробчатых. Это у нас нет. У нас сейчас двойной Поттер привезен. Вот тот вот. Двойной Поттер. И змей Ульянина. Но змей Ульянина вы действительно уже видели. Он, правда, сейчас... У вас еще была... Была связка, но связку сейчас не взяли. Просто рук не хватило. Бамбук. Бамбук и плоские рейки. Да, приходится на одном крыле груз вешать, он перевешивает просто. Это просто особенность конструкции данной. Ничего особенного. Ну и заодно вот эти колечки, они про запас, чтобы если поезд сделать, чтобы можно было цеплять. Так, я положу пока. Можно? Да, да. Бух? Ну да, разумеется. Так, вот это махина, а? А? Ну если пробежаться, он полетит здесь сейчас тоже. Я сомневаюсь, что он полетит. Меня лично интересует конструкция. Там на кембриках собрано. Кембрика? Да, это кембрики. Здесь нет одного жесткого элемента, здесь все мягкие элементы. Алюминий, да? Алюминий. Бамбук, алюминий. Он, кстати, получился один из самых легких. Так, а как же тут кембрики, а? Они вшиты. Вшиты в ткань? Ну, и в них продето... Кембрики пришиты к резиночкам, и резиночки закреплены на трубке. Автор этого змея Трофимов Владимир, он сейчас служит в армии, не хочет возвращаться. Из армии? Ему правильно делает. Я бы тоже сейчас в армии остался. Ему сильно понравилось. Ага, и служить. Угу. Можно эти змеи подержать вашу? Да, конечно. Возьмите. Так, до края. Если кто здоровый, можно пробежаться, он сейчас подлетит здесь, только бы на провода не посадить. Не надо пробежаться. Не надо, да. Ну, конечно.
Так. Это чей? Ваш. Это тоже наш, это тоже змей Кони надо. Вам змей или вот цвет понравился? Нам все понравилось. И змей, и цвет, и ты приседай. Задрав. Вы меня все задрав. Так, часть для всех. Наша задача летать. Делать змеи. Вот, например, летчик, он летает. А еще есть техник, который обслуживает самолет, ремонтирует. И он остается, как закон всегда в день. Да. Палыч. А это розовые слонята, да? Да. А, чувствуется. По цвету сразу видно. Видел, да, видел, все. Он не обманывает, правду показали. Шестой раз проезжаем в ваш интересный город. Вот, Рафтасио, Чепаравская краска, вы знаете. Да. Вот, летаем мы, как все, стараемся не подводить. Спасибо, Тронов. Спасибо. А это типа, вот это. Веселый ветер, он видишь, он дует. Ага, точно.